Всем привет, дорогие друзья, с вами Рослав, сегодня у нас обзор журнала «Ёжик». Тут у нас будет показан комикс «На поиски снежного человека», рассказывает про профессию водолаз, есть рассказ про пса-детектива и хитрые задачки, также рассказ про злого крокодила и «Соедини точки» и «Ёжик в Новой Зеландии», «Собери пазл». Также есть «Ходилка». И кошмарики, то, что самое интересное. Также есть сканворд, шутки, стихи, раскраска. Спасибо.